Сколько длится хобби и когда человек взрослеет? Вопросы для дилетантов – нет. Ответы профессионалам. А жизнь в танце возможна? Ответ – да. Если вы профессионал, а если нет? Но вы 3-4 раза в неделю на 2-3 часа посвящаете себя танцам, да таким специфическим, как восточные. Вы становитесь профессионалом и ваш коллектив вместе с вами. Восток традиционно непонятен европейцам. Когда-то пуританская, затем пережившая сексуальную революцию Европа воспринимает женское тело в основном с точки зрения этого самого секса. В восточном танце грудь, бедра, глаза – это прежде всего загадка. Это тысяча и одна ночь. Все движения, экспрессия, которая подчеркивает женскую красоту и первозданность, ради которой было не жалко и каравана верблюдов. Восточные танцы сродни огню или закату. Их можно смотреть бесконечно. Мазурка или минуэт – это тоже красиво, но скучно. Даже жаркая фламенко – ничто по сравнению с синхронной загадочностью 20-30 одетых в сияющее золото и жаркую парчу кореоких красавиц, у которых каждая часть тела движется отдельно. Можно ли этому научиться за 2-3 дня, месяц или два? Нет. Сама суть восточных танцев – это кропотливый труд и тренировка сотен тысяч движений. И когда они объединяются вместе, то получается сказка. А как вам такая тема? Магнитогорск – город современных культурных традиций, город комсомольцев и спецпереселенцев, город, в котором включили и забыли выключить военное положение, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Город, в котором театры правдами и неправдами открывались, несмотря на то, что не положено, больше одного, на сотню тысяч населения. Как здесь смогла зародиться вообще любовь к восточным, а в нашем случае индийским танцам? Хотя почему бы и нет, мы же как-никак но одной-то ногой в Азии находимся. Вспомним не только нашу страну, мы строили в Египте, Индии, Пакистане и Алжире. И мы принимали культуры этих дружественных по сути народов. Кстати, молодежь из этих стран мы учили в наших вузах. А между прочим, Индия просто обязана была остаться в памяти наших горожан. Редкий специалист из Индии не оставил у себя воспоминания о этой дружной и ароматной стране. Хотя это наш специалист никогда не забудет Индию в мороз и холод и никакую тематику. Естественно, у него никогда из мозгов не вылетит индийский танец, в которых человеческие чувства и жизнь во всех ее разных проявлениях показываются на 5-7 минут. А что касается индийских фильмов, с их музыкой, танцами, ну вы понимаете, да? И первые энтузиасты, которые здесь, в Мухадране, своими силами, используя только мозги и навыки, пердолили счастье. На хреновых фонограммах они учились танцевать, костюмы лепили из непонятно чего и получалось. Это они делали 20 лет назад, а сегодня все совсем по-другому. Свежак музыка, новые идеальные костюмы. Да это доктор прописал вам увидеть во дворце Орджоникидзе, города Металлургов.